Сегодня мой пятый ребенок, четвертый сын, Артем Владимирович Алексеев, по почте, по имейл прислал, что ему нравится вальс «Амели». И вот детишки остальные сразу тут вечером собрались, уже время к 10 часам, экспромт, без подготовки, с листа, играем вальс «Амели» для братика. Надо братика потешить, давай. Экспромт, даже тут в коридоре, в кабинет большой был занят. Ну, то успели, надо быстро брать куда-нибудь сыграть. Да? Сыграем еще потом, лучше уже на сцене где-нибудь, да? Или в каком-нибудь большом концертном кабинете. А здесь мы маленькие зашли, да? Вот, для пения. Но зато быстро сыграли. То есть мы можем все. Даже свет уже выключает тут что-то, да? Или он автомат выключается, да? Да. Все довольны? Да. Мы себя меняем, потому что мы себя меняем. Если мы смогли сыграть, вот несмотря ни на что, что уже поздно, а мы собрались, принесли, сколько у нас препятствий было, да? И сейчас вагончик сложим все свой волшебный и поедем уже спать пора, да? Давай, привет Артему, скорей. Привет, Артем! Ну как, недружно. Артему большой привет! И его там Маше и Мише, детишкам, племянникам. Маша, Миша и Ратибор. Нет, Ратибор это у Антона. Ты что, не пусть. Все, пока-пока.